В Северском районе состоялись публичные слушания по теме внесения изменений в устав муниципального образования «Северский район». Встреча организована с целью информирования жителей и органов местного самоуправления об изменениях в уставе. В районный совет поступило одно предложение о внесении изменения от Андрея Красикова. Он также выступил с докладом об исполнении местного бюджета за 2019 год. Северский район по темпу роста занял 14 место из 44 муниципальных образований, а по выполнению бюджетного назначения 18. Кроме собственных доходов, местный бюджет почти на 2/3, а точнее на 65%, был сформирован за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. В отчетном году их объем снизился относительно 2018 года на 253 миллиона и составил 1 миллиард 325 миллионов рублей.